Отметим, что массовую гибель рыбы в Атырауской области расследует полиция. Зарегистрировано 2 уголовных дела по фактам загрязнения окружающей среды и уничтожения имущества, причинившего крупный ущерб. На научные исследования реки Урал выделено 80 миллионов тенге из бюджета Атырауской области. Комиссия проверит и состояние ихтиофауны в нашем регионе. Рыба, выловленная в западно-казахстанских водоемах, проверялась на наличие вредных веществ. Все анализы подтверждают, что она чистая. Заморов на территории области зарегистрировано не было. Проводились аэрационные работы. Случаев массовой гибели рыбы у нас не зафиксировано. Однако более полная информация будет предоставлена после исхода льда с водоемов западного Казахстана. Это произойдет до середины апреля. На реке Жайык за 2019 год массового ската или миграции рыбы вниз не было. Водная среда чистая. Благополучная зимовка скажется также на урожайности нашего нерестовой компании. Вот. Ну, можно также отметить, что в данный период времени с Тайпасского района поступает миграция рыбы, которая зимовала на наших рыбозимовальных ямах вверх по течению. Это называется нерестовая миграция. Напомним, что в Атырауской области выявлены 5 несанкционированных источников сброса вредных веществ в реку Урал. Но окончательная причина массовой гибели рыбы до сих пор не названа. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.